А вот здесь, та-дам! О, фокусируем. Натяжной потолок в спальне Александра больше напоминает звездное небо. Камни мужчина обнаружил после переезда в новое жилье. При хождении потолков, натяжные потолки, они упираются вот в эти штыри. И есть вероятность, то, что потолок может просто-напросто прорваться. Потолок натянут со всеми нарушениями. То есть он фактически он закреплен на четырех основах, хотя натяжные потолки так не крепятся. Картонные двери, убитая сантехника, трещины на стенах. На целый ворох проблем жалуются жильцы новой пятиэтажки в Нижних Серьгах. По словам Новоселов, застройщик не предоставил им никаких документов и на жалобы не реагирует. Мы не знаем, кто застройщик. У нас есть только договор социального найма, где указано ФИО наше, а площадь квартиры. Это просто ну, какая-то картонная коробка. Не знаю, насколько этот дом вообще простоит, выдержит и сколько жильцы здесь смогут прожить. Квартиры в этом доме люди получили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. А вот тот самый дом, жильцов которого переселили в новую пятиэтажку. Ветхое жилье было рассчитано на 6 квартир, а сейчас здесь остались лишь разрушенные стены, доски и зияющие оконные проемы. В начале августа недовольные новоселы написали претензию в местную администрацию. В ответ чиновники посоветовали жильцам обратиться в управляющую компанию. Если управляющая компания также не будет реагировать на обращение жителей, но мы, скорее всего, будем разрывать договор с ними, объявлять новый конкурс. Но жильцы новостройки сдаваться не намерены. По их словам, они планируют все же достучаться до застройщика через прокуратуру. Наталья Гришко и Андрей Поликушин. События ОТВ.